Венгрия закрыла границу с Хорватией, не в силах справиться с нескончаемым потоком нелегалов. Последних людей там пропустили еще ночью. После солдаты возвели высокие железные заборы. Теперь в страну пускают только по документам или после обязательной регистрации разрешают жить в так называемой транзитной зоне. В этой ситуации Хорватия, через которую теперь лежит единственный путь в богатые страны Западной Европы, спешно налаживает транзит на север. У ее границ уже скопились пробки из автобусов с беженцами.